Новошахтинском автотранспортном техникуме, несмотря на сессию, предновогодняя атмосфера. В актовом зале проходит викторина «Все про Новый год». И это хороший повод для подведения итогов. Поздравить студентов с наступающим праздником приехала заместитель главы администрации по вопросам экономики Марина Владимировна Ермаченко. В октябре 54 студента наших профучреждений приняли участие в масштабном онлайн-тестировании по выявлению предпринимательских способностей. Но и нисколько не удивительно, что результаты этого тестирования показали 33% участников готовы вот прямо сегодня стать предпринимателями. 50 имеют шанс на успех, и только около 15 необходимо немножко доучиться. Ну, как раз, я думаю, вы закончите свое профучреждение и сможете смело шагать и действовать, и достигать определенных успехов. Сертификаты с результатами тестирования Марина Владимировна вручила 20 студентам техникума. Новошахтинский краеведческий музей – хранитель ценной исторической информации, в том числе и новогодней. Поделиться интересными фактами об истории праздника и его традициями решила директор музея Ольга Малянова. А помогли ей в этом три студенческие команды – «Крыски Лариски и компания», «Серые мышки» и «Холодные сердца». Вопросы викторины про историю Нового года. Ведь не всегда в России отмечали его 31 декабря. И новогоднюю елку тоже не всегда наряжали в доме. В этот день студенты многое узнали про историю всеми любимого праздника. А сопровождали викторину веселые танцы и конкурсы. Победителем же викторины стала команда «Крыски Лариски и компания».